Занимашки! Занимашки! Привет, ребята! С вами канал Занимашки со Светой и с Юлей. Юль, а какой скоро праздник будет? Новый год. Новый год. И в честь этого праздника мы что сегодня будем делать? Делать снежинки. Снежинки. Я буду делать из белого листика, а Юля будет делать из голубого. Да. Так, что сначала мы делаем? Сначала мы делаем квадрат, да? Так, из бумажки сначала мы делаем квадрат. Я хочу так. Давай. Что, вот так вот? Так, вот. Так, давай помогу. Делаем первый загиб, он у нас уже есть, да? Первый загиб. У нас уже есть первый загиб. Ага. Потом делаем второй. Так, и теперь отрезаем вот по отношению к диагональке где-то вот так, если линию, полосочку лучше. Нарисую. Сейчас Юле тоже нарисую. Слишком темная. Да, ну ничего. Отрезаем вот так. Отрезаем, да? Юля, пока подержи, у тебя, наверное, не получится, я тебе помогу. Получится. Получится у тебя? Вот над столом, это там не видно. Я тебе помогу. Раскрывай, Юля. Ну-ка, что получилось? Какая у нас получилась снежинка? О, какая красивая получилась снежинка, Юля. Ай, вот Юлина снежинка. Теперь я твою. Давай, положим. Вот у нас одна уже готова. Раскрывай вторую. Ой, какая красота. Держи, держи. Сейчас мы расправимся. Перышки все ей расправим. Вот, давай поближе. Белая и голубая. Мы, чтобы было красивее, мы сейчас их наложим друг на друга, да? И вот так и вот склеим, да? Давай, клей. Да. Вот такая снежиночка, да? Красивая? Ну вот, ребята, вот такие мы сегодня сделали снежинки с Юлей, да? С вами был канал Занимашки со Светой и Юлей. Поздравляем с вас с наступающим Новым годом, да? Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Все, пока-пока! Пока-пока!